Кузьма — таксист, клип, о котором мне только что рассказали, и удивительно, почему я не видела его раньше. Не забывайте о том, что у меня есть второй канал, ну а также, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Интересно, что там за клип? Погнали смотреть. О боже, блин! Таксисты у аэропортов и у вокзалов — это просто что-то нечто. Они постоянно на тебя прям накидываются. Да, такси, такси, надо. Еще некоторые с акцентом таким. Такси, такси, надо! Надо! Да. Я помню, нам надо было пройти 50 метров до нашей цели от вокзала. И нас так облепили таксисты. Просто такси, 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 поехали со мной, девочки. Там кто-то даже так говорил. Хотя я была вместе с мамой Рустема, ну как бы... Очень странно. Такси? Да нет, спасибо. Вот они примерно так и делают. Такси. Такси? 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 Я не понимаю, почему они там, я не знаю, не работают вместе с Убером или Яндексом. Там же вроде можно как-то зарегистрироваться и работать от Убера или Яндекса. Да, конечно, Убер или Яндекс будут брать какую-то комиссию, но все равно хотя бы стабильные заказы будут появляться. Я помню, однажды ко мне подошел такой таксист и сказал, что поездка будет стоить 300 рублей, зато по Яндекс.Такси поездка стоила вообще 140. Поэтому такие вот... Инициативные молодые люди уже как бы никому не интересны, когда появились всяческие мобильные приложения для заказа машины. Спасибо за донаты, я чуть позже прочитаю. Посмотрю видео. Афу. Недавно с таким вот ехала. Он тоже матюкался там на всех, орал как бешеный. Вечер добрый, только дверью не стучи. У нас был один подобный, настучал и получил. Может, мы уже поедем? А я чё тебе, ямщик? Я в такси не на работе, просто езжу для души. А нет музыки нормальной? А с моей чего не так? Тут со смыслом, а то нынче сядут, включат порожняк. Все сосрут и обстругают, а я убирай потом. Фу ты, ну ты, ёба-боба, сколько же свиней кругом. А можно половину положить на телефон? Я там ставил за наличку, у меня по карте долг. Ты меня за дуру держишь, я не первый день на свете. Либо платишь наперед, либо дальше не поедем. Кому небо за решеткой, кому небо в лобову. Ехать все хотят с комфортом. Да, это та девчонка из видоса дымохода. Ну а почему-то вызывают эконом. Арестанты крутят четки, а я счетчик за рулем. Ехать все хотят с комфортом. Ну так почему ж ты, сука, вызвал эконом? Дядь, найдется закурить. А у нас такси не курят. Если хочешь, чтоб курили, нужно подогреть купюрой. У вас правила такие, что их можно нарушать? Либо мутишь, либо пашешь за копейки, как и шаг. Я остановлю вот здесь, чтоб потом мне не крутиться. Я на точке выхожу, как на точке садился. Ты бы раньше на трамвае ехал за такие бабки. Спасибо за поездку. А, все-таки он тоже в приложении, может, да, работает? Заедем во двор. Приехали, меня клиент следующий ждет. Понятно все с вами. До свидания. По голове себе постучи, бля. Да. Я, кстати, никогда не ставила отзывы в таких приложениях. Один раз всего это было, когда меня подвозил глухонемой таксист. Это было довольно странно. Как я только зашла в машину, там везде было написано, что у него проблемы со слухом. И он там жестами со мной общался, как-то что-то мне показывал пару раз. Это было довольно необычно. Погоди!
погоди, Андрей, зачем же мне поставил единицу? Мне нормальный коэффициент с такой оценкой и не снился таксовать, ни розы нюхать. Но послушай, подожди, ты пацан по жизни или ты по жизни пассажир? Кому небо за решеткой, кому небо в лобовом? Ехать все хотят с комфортом, ну а почему-то вызывают эконом. Арестанты крутят четки, а я счетчик за... То есть подождите, а, это Хромакей? Блин, рулем. Я только заметила. Хотя до этого мне тоже казалось, но я думала, что мне просто казалось это. Хотят с комфортом, ну так почему ж ты, сука, вызвал эконом? Ага, и что дальше? Спасибо за спонсорку. И вот эта одна звезда того стоила, интересно? Ты, браток, не обессудь, что я меры малость принял. Согласись, что по-другому мы б с тобой не порешили. Не очкуй, послушай старших, я ж тебе гожусь в отцы. Просто нынче маромойство все попутало концы. То не платят, то хамят, то садятся в пятером. Так-то надо понимать, что залазишь в эконом. Ты оценку-то поправишь, чтоб уважить старика. Все-все понял, отпустите, я поставлю высший балл. Выхлоп тупо по нулям, хоть и пашешь, как трудяга. Вон у сына дети в школе больше рубят на закладках. Я бы лучше сам их делал, чем за ними отвозил. Стой! Упал на арматуру! Жесть! Я сток ее купил! Кому небо за решеткой, кому небо в лобовом. Ехать все хотят с комфортом, ну а почему-то вызывают эконом. Арестанты крутят четки, а я счетчик за рулем. Ехать все хотят с комфортом, ну так почему ж ты, сука, вызвал эконом? Угарно, если бы это такой не первый его мешочек был. Не первый такой клиент. Вот представь, таксистам плохую оценку. Выследят и украдут, еще и прибьют в конце. Спасибо за донаты, я чуть позже отвечу, когда смотрим. Здрасте, не подбросите до города? А вам куда ехать? До Дыбенко. А сколько дадите? 100 рублей. Ладно, садитесь. Спасибо большое. Спасибо. Я, кстати, никогда не сажусь вот так вот близко к таксистам. Вообще ни в какую. Не знаю, мне стрёмно. Клип классный и со смыслом. Серьезно, мне понравилось. Мода на шансон. Хован, Кузьма, кто дальше, не знаю. Может быть, вон Crazy Mega Hell, Юлик, посмотрим. Но работа топовая, да. Вспомнила еще про случай с таксистом из Москвы. Хотела об этом снять отдельное видео, так не сняла. Но я об этом немножко рассказывала и в Дискорде, и на стримах. Может, потом сниму. Вообще, из меня рассказчица истории не самая лучшая, я это недавно поняла. Поэтому, может быть, даже и не буду записывать какие-то истории там из жизни, а буду иногда просто на стримах рассказывать. Может, так даже лучше будет.